Приветствую вас, уважаемые друзья и комрады по хобби. Продолжаю дальше делать своего газ-тигра от фирмы «Звезда». Как вы уже знаете, назвал я его «Пикап Апокалипсиса». Ну и что я уже сделал? Залакировал глянцевым лаком под смывку и попробовал водой и наждачкой изобразить как бы на капоте эффект потрескавшейся краски. У меня это получилось. Если на видео не будет видно, то я надеюсь, на фотографии будет это хорошо отчетливо видно. Ну а теперь буду делать смывку. После смывки лакировать сатиновым лаком и делать масляные точки. Смывку буду делать уже готовой смывкой от фирмы АК Интерактив. Как бы смывка темная, под НАТО технику, но для меня она по цвету идеально подойдет. И смывочку буду делать кисточкой 2.0. Ну, начнем делать. Прежде чем делать смывку, если кто-то не знает, и кто-то смотрит из начинающих моделистов, то смывочку нужно хорошо взболтать. И потом тоненькой кисточкой, не жалея, делать во все углубления. Как бы почему не жалея, если вдруг что-то останется на глянцевом лаке, это довольно легко потом убирается ватной палочкой. Ну и вот сам процесс вот такой. По глянцевому лаку смывка сама очень хорошо растекается.
Сделал и подправил смывку. Теперь модель отправляю на просушку. Не знаю еще, сколько дам времени. Ну, наверное, не менее 4 часов нужно для просушки. А лучше, конечно, чтобы смывка постояла где-то сутки, и через сутки ее уже можно без проблем стирать. Она в углублениях останется, а с самой глянцевой поверхности очень легко убирается и без труда. Будем ждать, когда высохнет. Будем делать дальше.